Уважаемые граждане Новоржевского района, 4 года назад вы избрали меня главой района. Это были трудные выборы, которые завершились честным результатом. Все 4 года я честно работала для всех вас, и тех, кто поддержал меня, и для тех, кто проголосовал за других кандидатов, и для тех, кто не участвовал в выборах. Все эти годы мы работали с вами вместе. Я всегда чувствовала ваше внимание, сопереживание, поддержку и честную критику. Я была открыта для каждого из вас. Мы смогли организовать в районе настоящую открытую для людей власть. Это было трудно, но это получилось сделать. Нашей главной задачей было сохранение будущего для Новоржевского района и его жителей. С этой задачей мы справились благодаря отношениям доверия, сотрудничества и уважения друг к другу. Все эти годы общими усилиями мы сделали очень многое для продолжения в нашем районе традиций уважения к человеку и труду, миролюбия, взаимной поддержки и помощи, сотрудничества в решении общерайонных задач. Время все расставит на свои места. Добро останется добром, честность – честностью, зло – злом, а подлость и предательство – подлостью и предательством. Я верю в то, что люди все видят и ничего не забывают. Я считаю незаконными все действия областных властей, районных депутатов и депутатов поселений по преобразованию Новоржевского района в округ, ликвидации всех входящих в район поселений и отмену прямых выборов главы района его жителями. Эти решения грозят нашему району большой бедой, а прямо говоря, ликвидацией. Я и команда Псковского яблока сделаем все возможное и необходимое для того, чтобы доказать в судах, какими бы они сейчас ни были, незаконность действий по преобразованию района и вернуть жителям Новоржевского района законное самоуправление, в том числе прямые выборы главы района. Мы продолжаем эту работу, мы не остановимся. Сердечно благодарю всех вас за совместную жизнь и общий труд. Желаю всем вам здоровья, поддержки родных и близких, семейного благополучия и сохранения Новоржевского района для будущих поколений. Большое спасибо.